Всем привет, канал «Шанс подняться». И один прогнозик хочу еще дать. И в большей степени еще это информация к размышлению, поэтому хотел бы побольше от вас комментариев под этим видео, потому что самому интересно обсудить с вами матч Марка Чекината, Жульен Бенето. Отвратительная статистика у Марка Чекината после Ролан Гаррос, где он обыграл в том числе Новака Джоковича и уступил только в полуфинале Доминику Тиму. Жульен Бенето ветеран, хорошо играющий на быстрых покрытиях. Последние тоже матчи у Бенето не очень хорошая статистика. Два или три матча последних тоже проиграны. Но с учетом того, что Марко Чекината все-таки, по моему мнению, пока остается исключительно грунтовым игроком, тотал по сетам 3,5 больше за коэффициент 1,5. Какие мысли, друзья? Я к тому, что Жульен Бенето ветеран, поэтому в трех сетах, я думаю, он не победит. Да и у Марка Чекината все-таки какая-никакая гордость-то уже должна присутствовать. Последние 4 матча проиграны. Марко Чекината слишком плоховато играет на довольно быстрых покрытиях. В трех сетах не победит. Да и он и на Ролан Гарросе, в общем-то, ну, на грунтовых покрытиях он в двух сетах тоже выигрывает. И в минимальное количество сетов укладывается очень редко. Тотал по сетам 3,5 больше. Или же для особо любителей рискнуть — победа Жульена Бенето. В общем, два вот таких как бы варианта. Но в первую очередь, конечно, 3,5 больше по сетам. Пишите в комментариях, какое у вас мнение. Лайк, теннисисты, подписывайтесь на канал обязательно. US Open весь впереди. Постараюсь побольше видео писать для вас. Пока-пока.